Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов вместе с местными жителями проверил ход строительства парковой зоны в Супонево. С наступлением плюсовых температур работы в парке набирают обороты. Сейчас подрядчик завершает расчистку лесной территории, готовит основания для будущих дорожек и площадок, делает входные группы и прокладывает траншеи для монтажа освещения.